А это смотрел. Что мне делать? А, нет, вот это я не смотрел. Ебать, время как медленно идет, а? Охуительно, охуительно. Ёб твою мать, 22 минуты охуенного контента. Держу в курсе, сейчас. А ну чё, не фоловимся, охуели, у меня статистика по фолловерам просела, пацаны, надо нагонять. Рекламу дороже не могу сделать, будете говно за бюджетные деньги смотреть. Всякое. Рахитик какой-то, ну ладно. Пиздец, маленькие дети, они такие вот, блять, как вот так выходит? У них голова больше тела, это нормально вообще? Блять! Пиздец, как же это больно, наверное. One, two. Самое мерзкое — это дуванчик, наверное, хапнуть ртом и песок, блять, когда ебалом падаешь. И, а еще вот в эту вот мерзкую хуйню надо еще баунти приписать. Вот тоже мерзкая хуйня, баунти. Шоколадку сожрал, потом сидишь полчаса жуешь, блять, кокос этот ебаный. Я что делал? Я жрал. В щеку складывал этот кокос, потом шел ебало, блядь, промывал водой, чтобы этот кокос вымыть. Вот это вообще пиздец, чуваки. Стёпы больше нет, блядь. Ебать, сейчас. Блять, так отдохнуть захотелось, чё-то, ой. Но мой отдых заканчивается на том, что я, если за границу куда-то выезжаю, я первое, что делаю, это забиваю хуй. Макей, спасибо большое за подписку. И мистер Кап, я говорил, да? Ах ты, сука, блядь, какой-то говнарь, пока меня не было, задонатил свой ебучий обоссанный телеграм. Шакал сидел и ждал, блядь, пока я съебусь со стула. Короче, я, если уезжаю куда-то за границу, я обязательно бухаю. Ни одной фотки оттуда не привожу с собой и бухаю. И у меня все истории заканчиваются на том, что ой, я побухал там-то. Вот вообще круто, да? У меня просто у родителей это целый культ. Они готовятся к выезду за границу. Это, наверное, за 2 года, блядь, у них планы какие-то там, знаете. За 2 года фотоаппарат, все возьмут, все пощелкают, поснимают. Никогда в жизни эти фотки никому не покажут, но при этом копят на фотике. И как бы, ну, я не из этих людей, я съездил, бля, мне похуй. Ну, это правильно. А нахуя фоткать, если ты эти фотки потом забываешь про них? Вот они есть, у тебя хранятся, и ты живешь спокойно. Нахуй оно надо? Воспоминания. Китики плюс 100 к охуенности, парни и пацаны. Ну это какой-то объебос, а не кот. У меня сегодня так кот сделал, кстати. Голубя пытался поймать с крыши. Что за хуйня, блядь? Они останавливаются вообще, нет?
Или он в вакууме это делает, я не понимаю просто. It's coming. Ща въебало соскочит, смотрите. Классно. Да, у меня есть кот, но он вонючий. У него изо рта воняет очень жестко. Yes! И чего здесь? Ну и чего дальше? Это человек-муравей. Походу. Блевануть забыл. Сейчас наебнется. Что это было? Нихуя себе наглый. Мой кот любил в коробках, старенький, который помер. Любил в коробках спать. Если что-то, какую технику покупаешь, он в коробке постоянно сидел. Шрудек, спасибо большое. Кире Сон. 4 месяца подряд подарила она мне. Что это? Ой, долбоёб. Нормальный вообще человек? Пиздец, всё, король лев. Tu as fait ça, Malia? Parce que je voulais jouer à la coiffeuse. Tu voulais jouer à la coiffeuse avec ton frère? Non, mais c'est quoi ça? Allez, à la rigueur. Vas-y, tu l'as fait un trou à ton frère. Un trou gidla. Gidla, tu bien, Malia. Oui, je ne sais quoi ça. Mais pourquoi tu n'as pas joué pour de faux? La prochaine fois. Je vais te prendre Hitler, сказала. Mais la quelle prochaine fois? Quand que... Tu crois que vraiment que ça, ça m'a заклеила такая, типа, нормально. Vous avez cru que maman allait pas remarquer? Mais il est transparent. Mais il est pas transparent, Malia, on voit que ça! On dirait un soleil. Aïe, un sourire. Слушайте, ну, наверное, подумали, что волосы срастаются. Бля, прикольно. Я бы хотел, чтобы меня кот просил, когда его вот так вот гладить. Да ну нахуй, что происходит? Ha ha ha!
Блять, да, бабуль, у тебя внучка долбоёбка. А, ветеран помер. Что-то он вырос как-то быстро. Не, ну так неинтересно, ничего не разбило. А нахер вообще шесты нужны вот дома? Заебись, $1 000 000. Чё, блядь? So lost in the world of black seas now. Lost in the water, got me looking for the keys now. I don't know myself, I probably switch up all my G's now. I drink half the bottle just to dash. У Найт Ловела Мэри Джейн, пиздатый вообще трек. Мне зашел очень сильно. Вот это сейчас пиздец, удивление. Серьезно, я никогда в жизни не знал, что черепахи из яичек вылупляются. Пиздец. Что? Может, это пиздеж? Может, его просто в скорлупку засунули? Ой, блядь, пиздец. Чуваки, я недавно узнал, что петух не ебёт курицу, а просто топчет. Типа, у него нет писюна. Понимаете? Типа, о чем вы говорите? Мне 21 год скоро, блядь. Вы чё, не знали, что петух курицу не ебёт? Он просто ее топчет, алё. Да, он типа топчет курицу. Он на нее залазит, вот так потоптал, типа, и она, это самое, яйца несет. Я раньше думал, что он ее ебет, когда на нее залазит. Пытался найти хуёк, так и не нашел. Что это выходит? Лично посоветовать или посоветовать видео. Это порно, не порно. Хочу лично посоветовать видео. Семь минут. Это порно, но не полная хуйня. Там пиздец монтаж. Удивишься, отвечаю. Чем? Я твой, как называется, отец! Это что-то сложное, не понимаю. Что? Ладно, он, видимо, что-то ебанул. Вот эта сковородка очень похожа на пробку гигантскую. Да, это я долбоеб, когда у меня цепь с великов слетела. Don't knock on the window. We don't want him to see us. Что-то выходит. Morning, удивился, ты знаешь про Шиза, ведь это золотые времена с троллеркой были в 11-12 годах. Да сейчас уже не ссылка зайдет удалена. Это. Его видос. Вот, спасибо. Вот он уходит. Бля, тут минус яйца, чуваки, походу. Чего, блядь? Колбаса деловая идет. Ебать, давай. Ну-ка ебани что-нибудь. Опа, нихуя себе. Молодец. Забись пять. Кожаные ублюдки. Блять, пацаны, я отвечаю, когда-нибудь, вот лет через 200, что-то выходит. Когда появится искусственный интеллект, он обязательно попадет на видосы Boston Dynamics, блять, и нам всем пизда людскому роду, отвечаю. Пиздец. Я за всех людей извиняюсь, меня не бейте. А я не доживу, наверное, вообще.
Это даже нихуя не смешно, там минус лицо просто. Да ладно, оператор, серьезно, ты не подошел, вот так не схватил и бэ, бля, ебанул. Все так делают. Что за хуйня? Все, 3, 2, 1. Ай. Ой, блядь. Лыжню. Нормально так нахуярил, накрыло, честно сказать. Да, прикольно. Слушайте, а что белки делают? Они, по-моему, жрут своих детей. Вот знаете, в чем успех смешного видоса? Он всегда после того, как какой-то пиздец происходит, должен резко обрываться. Вот это залог успеха. Любое успешное видео ржачное, оно постоянно обрываться должно, чтобы человек, блядь, не знал, что дальше происходит. Пиздец, блядь. Рельсы, динамит в Майнкрафте бахнул. Ага, по башке ща ёбнет. Say bum bum bum, let me hear you say wayo. Что это? Это очень похоже на то, как я какаю, кстати. А это что за прикольчик тут у нас? Да-да-да-да. Красотки. Арабский дрифт? Что это выходит? Бля, пиздец, шейхи ебашат. Чё за хуйня, бля? 91-го года ссылка удалена. Плюс в чат. Бля, пацаны, арабы, они ебанутые просто. Вы вообще видели их дрифт? Вы, блядь, вы понимаете, что они хуйню какую-то с тачками мутят? У них какие-то непонятные машины, которых я никогда в жизни не видел. Но они такую лютую дичь творят, охуевшую. Включите арабский дрифт, это арабское сальто даже есть, понимаете, оно боковое. Арабский дрифт — это просто жесть. Они ебашат, короче, на максимум, потом резко начинают тачку вот так крутить. Бля, давайте включу, окей. Только там могут быть ДТП. И в чем прикол? Че, ему даже никто жопой в нос не пернул, серьезно. Все. Третьего не будет. Бля, ну ты был близок, братан. Что-то, по-моему, BMX маловато ему. Что это? Что-то хуйня. Thank you.
точно так вообще должен работать? Так, а кто из олдов помнит эту игру на Sega? То и Jam and Earl что-то 91-го года. Плюс чат. Я донатер долбоёб. Ну-ка, что там за игра? Я тоже небольшой обмен с сутками. Ссылка удалена.